Добрый день, дмитровчане. Я нахожусь около нашей центральной библиотеки. Вот постамент Георгию Константиновичу Жукову. А вот здесь он еще достаточно моложавый такой, видимо, сразу же после окончания Великой Отечественной. Наш победитель, полковник Георгий Константинович Жуков. А мы находимся около библиотеки. И вот здесь у нас появилась вот такая скамья чугунная, очень красивая. Читай, смотри, баллада о непобежденном. Ну, есть такая книга, которая вышла в Дмитрове о наших летчиках в годы Великой Отечественной войны. Ну вот, сделали, видимо, такую литую скамейку, очень красиво. А сегодня день военно-морского флота, 31 июля. Давайте зайдем в библиотеку и узнаем, есть ли какие-то мероприятия, посвященные и параду ВМФ, и вообще военным морякам, потому что, ну, как правило, библиотека что-то она позиционирует. Я просто иду мимо обязательно. Так, а почему она закрыта, у нас библиотека сегодня в воскресенье? Все, то есть вот, ребят, что-то я как бы вот ничего не понял, почему она закрыта. А выходной, последняя пятница, каждый месяц санитарный день, выходной понедельник. А сегодня у нас воскресенье, а почему библиотека закрыта? Все, значит, все, слушайте, это какое-то откровение, все, пошли дальше. В общем, морпехи, он проехали в газике, елки-палки, эх. Сейчас могу потерять, ребят, из виду морпехов, которые на газике проехали. Дай пробежать, да? Сейчас надо мне их успеть поймать. Ничего себе. Хорошо, что здесь пробка небольшая. Сейчас мы морпехов поймаем. Ё-моё, вот на перехват иду морпехов в газике. Слушайте, они взяли туда вниз уехали, но вообще нормально и нет. А куда они поехали? Все из-под носа уехал. А газ, а УАЗик с морскими пехотинцами, почему они поехали вниз, вообще непонятно. Может быть, они поехали на торговую площадь. Давайте тогда я за ними сейчас пробегу. Ну, потому что настоящему десантнику, да, 5 миль, не крюк. Все, сейчас побежал. Сейчас они, видимо, где-то там остановятся около этого рынка. В общем, сейчас все обследую, узнаю, вам расскажу. Обалдеть, просто берут, разворачиваются в другую сторону. Странные, странные немножко мужики, давайте. До включения, ребята. Дед ВДВ сейчас на кросс, просто на марш-бросок, на перехват морпехов.